Всем привет! Сейчас я нахожусь в аэропорту города Москвы, а именно в Шереметьево. Вот, собственно, можно сказать, отсюда и начинается моя поездка в страну восходящего солнца, то есть в Японию. Вот, долго собирался, но все-таки, как говорится, назрело. Вот. Есть куда ехать, есть с кем ехать. Вот, почему бы, собственно, и не поехать. Вот. Ждать пришлось мне сегодня очень долго, потому что сначала пришлось добираться до Москвы с Красноярска, то есть провести 5 часов в воздухе, а потом ожиданий около 5 часов. Сейчас еще часа 2 до начала посадки. Вот. Долго и утомительно. Плюс еще в пути придется провести 9,5 часов. Вот. Если честно, у меня за эти 5 часов зад уже, извиняюсь, квадратный. Вот. А здесь, не знаю, придется, наверное, долетать стоя. Вот. Ну, собственно, наверное, уже увидимся завтра в аэропорту города Токио, именно Нарита. Там придется немножко подождать, пересаживаться на местный лоукост японский. И у меня в планах изначально поездка в Саппоро. То есть после этого только я назад вернусь в Токио. Вот, как бы планов достаточно много, постараюсь как бы обширно очень все изложить, вот, все показать, рассказать, по крайней мере, что смогу увидеть. Вот, планирую поездку на горячие источники, а именно это Чосан-кей. Это недалеко находится от Саппоро, очень большой спа-курорт в горах. Одно из излюбленных мест, вот именно если рассматривать именно горячие источники в целом. Вот. Ну, когда, говорю, буду на месте, там уже все видно будет. Да, для всех путешествующих могу сразу предупредить, посоветовать. Обязательно в аэропорту приобретите, не забудьте, если у вас еще нет наличия, это переходники для розеток, так как у них совсем другое напряжение, во-первых, а во-вторых, у них разъемы такие же, как в США, то есть плоские такие, прямоугольные, тоненькие. Вот. Ну, конечно, их можно купить и в Японии, но я думаю, знаете, оно обойдется вам намного дороже, чем вы здесь возьмете. Вот. Они здесь буквально везде в бьютиках продаются, поэтому проблем не составит. Вот. Ну ладно, увидимся завтра уже. Думаю, в самолете я снимать не буду, потому что устал, я буду просто спать. Вот. Всем привет! Мои друзья, всем привет! Вот я, в принципе, и добрался на место, только уже совсем на место. Вот, как бы я предполагал ранее, что следующий ролик сделаю в аэропорту Нарита. Вот, получилось так, что самолет немножко запоздал. Вот, и пришлось просто галопом бежать в другой терминал. Вот, бегом-бегом посадочные билеты оформлять и бегом садиться, практически впритык сел в самолет. Вот, сейчас я нахожусь в аэропорту города Саппоро, называется Нью-Читоси. Вот, знаете, если честно, небольшой нормальный аэропорт, не поверьте, здесь даже многие надписи, указатели сделаны по-русски. То есть, в принципе, вы, думаю, не потеряетесь. Как и, в принципе, в любом аэропорту, зная хоть немного английский язык. Вот. Ну, сейчас, кстати, на улице идет дождь. Что самое интересное, в Токио стояла жара ужасная. Термометр показывал порядка 35 градусов. Вот. А здесь дождик и градусов где-то 20, не больше на улице. Ну, максимум, ну, 22. Вот. Ну, то есть сейчас нужно будет, как говорится, отзвониться всем своим. Вот. Во-вторых, надо будет пойти на станцию, не метро, а железнодорожную станцию, да, JR. Вот. И уехать уже в сам город. То есть пора бы уже, как говорится, привести себя в порядок после длительного перелета. Вот. Ну, увидимся чуть позже.